стороной Владивосток. Уже пройдена развязка на Якутск и Магадан. Пройдено место для привала Ерофей Павлович. Значительно далеко.
Забайкальский край. Дальневосточный федеральный округ. Ну, доеду. Сделаю круг почета. Я думал, он... Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните налево. Ноги... Тут останавливается. Засвидетельствовать свое присутствие, я под дерево брошу монету. Ставил монетку. Это знак уважения покровителям этих мест. Так, ребята, на улице-то не фонтан. На улице 4,5 градуса плюс ветер. Очень дискомфортно. Ну вот мы и в Забайкалье. Теперь присматриваю город Забайкальск. Казалось, она граница ближе Хабаровск. Что она находится между
курсами на Благовещенск почему-то. Ну вот, снег. Снежная крупа. Ну, на улице ветер. Очень дискомфортно. Ветер и холодно. 4,5 градуса на данный момент. Так, ну этой компании ННК, надо полагать, уже не будет. Написали свои имена. Откуда они? Кто они? Станция Малая Ковали. Коваль. А слово ковать. Thank you.
козелка мелкая метет по дороге. Заметно. Ну, на видеорегистраторе этого не видно.
пройдено 340 километров. 5 часов 49 минут, 59 километров в час средняя скорость и расход бензина 5,6. Бензина 5,7. Это статистика.
смотреть на отбойнике, видно, в каком месте так называемая просадка. Вроде бы ровная, ровная. Это точно или с Якутска, или еще лучше с Магадана. Узнаю по походке, да? Узнаю, брат Вася. Очень хотелось бы, чтобы видео на боковую камеру получилось качественным. Я пытался второй видеорегистратор поставить на лобовое стекло, чтобы снимать. Но ввиду того, что широкий угол захвата видео, разница между фронтальным и боковым регистратором, фронтальный TrendVision, а боковой DataCam 6 Max. Разница незначительная. Много объектов попадает на оба регистратора. Одни и те же фрагменты и на том, и на другом. Как только не пытался. Поэтому, на мой взгляд, единственный вариант, если он сейчас пройдет нормально, я проверил через километров 50-60 возле Могучи на дороге, то таким он останется и для дальнейшей съемки. Но я напомню, что приближаюсь к печально памятному и в то же время удачному для меня месту. Примерно 2-3 километра за поселком Семиозерный. Когда ехал на восток, я прозевал, проскочил это место, не узнал. Я был сильно удивлен, когда подъехал к Семиозерному.
Можно было бы в Могоче заехать, но он далеко, 40 км, по-моему, от трассы. Я посмотрю, сколько будет на указателе. Перегонщик.